Больше половины жителей России поддерживают идею о сокращении стандартного 8-часового рабочего дня на 1 час в осенний и зимний периоды. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоб». Против выступили 27% респондентов. Около 2/3 опрошенных россиян отметили, что смогли бы выполнить свой обычный объем работ за 7-часовой рабочий день, тогда как 10% считают, что не выполнили бы норму. Однако среди работодателей эта инициатива не встретила такого же уровня поддержки. В Перми в 2022 году начнется выпуск сувениров к 300-летию города. Оргкомитет по подготовке празднования утвердил брендбук с юбилейной символикой. Это руководство по использованию логотипа и фирменного стиля, а также каталог идей внедрения и использования символики праздника. Уже в следующем году по нему начнется выпуск сувенирной продукции, посвященной 300-летию города. Березняковец Михаил Леонтьев получил 1 миллион рублей благодаря конкурсу «Большая перемена». Победителями стали 600 старшеклассников, 300 из них – 11-классники, которые получили по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в университет. А ученики 9-10 классов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. Всего из березняков на участие в конкурсе зарегистрировались 1659 учеников.